Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Mark II 1998 года выпуска, трехлитровый автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задний тормозной шланг с левой стороны. В прошлый раз, когда мы поднимали его, смотрели, у него увидели надорванный шланг, заказали шланг оригинальный, шланг пришел. Сейчас поднимаем. Заодно я сразу покажу новый прибор, который себе купил. Протестирую его для прокачки тормозной системы без помощника. Вакуумная такая ручная помпа. Ну, как она работает, сейчас заодно сразу и покажу. Поднимаем, снимаем колесо. Так, чистим щеточкой по металлу. Здесь маленько я подчистил. Новый шланг мы оригинальный будем использовать. Тойотовский номер 90-947-02-840. Вот такой вот шланг. Немножко здесь он изогнутый идет. Откручиваем. Так, надо разрезной ключ брать. Вот такой вот ключ разрезной на 10. Выкручиваем болт. Надеваем на трубку. Сюда. Дальше уже можно крутить порошки простым рожковым ключом. Снимаем ступор. Откручиваем снизу ключиком на 14. Штуцер. Сейчас у нас побежит тормозуха. Шайбочка вторая упала. Ее поднимаем, не теряем. Откручиваем шланг. Здесь я стопор снял, можем крутить шланг сам. Почему этот шланг меняем? Вот он надорвался. Тормозуху я налил полную, поэтому у нас воздуха не хватанет. Берем шланг, закручиваем. И одеваем стопор. А теперь одеваем нижний шланг на суппорт. Вторая медная шайба у нас вот такая фигурная. Вот так она здесь выглядит.
здесь трубка входит, она как направляющая, чтобы она держалась. Затягиваем. И также затягиваем сверху. Протираем. Откручиваем штуцер. Ключик также на 10. Купил вот такой вот прибор себе. Называется он вакууматор. Он создает вакуум. Закачивает. Одеваем шланг. Одеваем вот этот бачок. Одеваем второй шланг. Здесь есть разные вот такие наконечники для разных видов использования. Но нам сейчас они не нужны. Тройнички есть, если с двух мест закачивать. Так, нам достаточно сейчас вот этого. Берем. Вдеваем этот шланг на штуцер. И ослабляем. Закачиваем. А штуцер у нас грязный. Следовательно, снимаем. Полностью выкручиваем штуцер. И продуваем его. Прочистил здесь вот отверстие, было коррозия забита грязью и коррозией, вот оно сбоку под резьбой. Здесь также прочистил, закручиваем его обратно, тормозуха у нас пошла получается. Сейчас повторяем ту же операцию, что мы и делали. Одеваем вот этот вакууматор. Создаем давление. Вон видно, тормозная жидкость у нас пошла. И вот таким образом мы, получается, прокачиваем воздух, который у нас попал в шланг, в цилиндр. И за счет этого нам не надо будет прокачивать всю тормозную систему, все колеса. Это достаточно сделать с одним только колесом, на котором мы меняем шланг.
Вот видно в цилиндре, сколько уже в емкости у нас набралось. Это воздух идет не только с тормозной системы, воздух подсасывается через штуцер вот по резьбе, поэтому этого не пугайтесь. Получается, качаем, 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 и потом мы закрываем. Все. Сейчас мы прикрыли. Ставим наше колесо. Колпачка резинового, к сожалению, здесь нету. Ставим колесо и проверяем. Но тормоза были, должны быть нормальные. Ну, даже мы сейчас не будем ставить колесо, мы сейчас заведем автомобиль и проверим тормоза. Так, завели автомобиль и пробуем педаль тормоза. Все, педаль тормоза у нас, видите, не проваливается, тормоза есть сразу. Чем и хорош этот вакууматор. Не надо качать всю тормозную систему. И не нужен помощник, вы одни сами можете заменить. Заказывал с AliExpress. Идем устанавливаем колесо. Закручиваем, затягиваем, опускаем автомобиль. И на этом все. Всего вам доброго.